Хейо, гайз, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить Dark Souls. В прошлой серии мы с вами одолели демона Тельца, мы поговорили с рыцарем Солнца, мы спустили эту замечательную лестницу, которая будет нам помогать преодолевать сразу этот нелегкий путь. Мы с вами нафармили 5370 душ, но для того, чтобы сделать то, что я хочу сейчас, мне нужно лук. А лук, я не знаю, есть у меня сейчас с собой или нет. У нас есть легкий арбалет, но это только для специальных стрел, или как они называются, болты. Так, поэтому мы сейчас с вами... Так, я это убираю. Давайте сразу превращусь в человек, почему нет? Обратиться. Опустошение, да. Так, все, мы с вами человечек. Так, убираем сейчас, чтобы восстановить. Говорю сразу, парирование у меня не очень сильно так уж получается. Поэтому я просто прикрываю щитом. Так, юбка полова. Нужно по ногам их атаковать. Нога не дается. Ой-ой-ой-ой. Какой, смотри, какой у тебя друг злой. Так. Так. Сейчас грохну твоего дружка. Так, ладно, мне нужно... Опа. Ага, отхилиться решил. Не тут-то было. Так. Спускаемся быстро вниз. Что, с тебя секира выпадет? Нет, ничего не выпало. Ха-ха-ха. Так, купить предметы. Хотя я могу сейчас купить данные вот предметы. Хотя, ладно. Мне нужен лук. Купить. И да, давайте, наверное, все-таки купим эти шмоточки. Так, раз. Бездонный сундучок. И на оставшиеся мы купим с вами деревянных стрел. Все. Камбэк, возвращайся еще, окей. Так. И как я говорил в прошлой серии, как можно фармить души. Если честно, очень просто. Пока мы не убьем дракона, а мы его убивать не будем. Потому что с него не падает ничего такого ценного. Не, вы, конечно, можете его убить, но получите где-то 1000 душ, по-моему, за его убийство. Однако это не лучшая идея, так как можно на нем фармить по 5000. Ну, допустим, вы в 20, если у вас хорошая скорость бега, то за, ну, минуту можно фармить, ну, где-то 1600 душ. Вот, допустим, мы так выбегаем, убиваем, плюс 555 душ. С разбега прыгаем вниз, быстро костро отдыхаем и делаем все так же. Наша сейчас цель — это его хвостик. Так, а что мы будем с ним делать, сейчас вы узнаете. Нам нужно его отстрелить. Так, лук, который мы купили. Ставим стрелы.
Нам достаточно, по-моему, где-то, ну, 50 стрел. В зависимости от того, как мы будем попадать. Так, ну, допустим, вон он там останавливается. Выжидаем. Так, вот мы попали. Стреляем вот в эту позицию. Опа, чтобы сразу по две атаки попадать. Так. Раз. Точку. Стреляем. Опа. И все так делаем просто до того, пока у него не падет. Так. Оп. Здесь просто ходит полый один. Я не хочу, чтобы он меня втихаря напал. Так. Еще где-то, наверное, два раза или так три нужно сделать, и все. И мы получим желаемый предмет. Нам нужно будет еще попадать несколько раз. Приземлился, целимся. Ага, я понял. Теперь мне нужно где-то вот так целиться. Хорошо. Так, раз. Опа. Хорошо. Понял вас. Так. Опа. Вот так. Хорошо. Так, здесь, да, точка. Здесь вот. Так, хорошо. И нам останется попасть еще один раз. Один, два раза. Главное попасть. Хорошо, значит так. Значит, не два. Фу, долгое занятие это, конечно. Хотя его можно попытаться отрубить с помощью копья, который мы подобрали. Когда он будет прилетать к нам. Странно. По сути, я попал. Такое расстояние большое. Ой, какой же ты долгий. С вами 470 или 480 стрел. А ты надоел. Так, не могу момент уже этот словить. Оп. Все. Мы выбили то, что нам нужно было. Теперь мы бегаем с вами. Так, нужно его сначала... Так, спрыгнем быстро. Статистику. Сможем мы его сейчас носить. Так, меч, меч, меч. Так, как вы видите, это у него намного больше, чем у копья. Урон. Однако он весит 6. Его можно только заточить с помощью чешуи дракона, которую мы можем получить только... Ну, с помощью, ну, как у нас есть отмычка, мы сможем туда попасть.
Ой-ой-ой, какой выбросить? Нет-нет. Статистику мне нужно его. Так, это не то. 16,10. В принципе, мы его уже можем использовать. Ну, как я говорю, я надеюсь... Я очень сильно надеюсь, что он будет у нас работать очень хорошо. И... Да, все. Мы можем его использовать полноценно. Просто если брать, допустим, магов там, когда мы атакуем сурки, они его медленно понимают. Так, это очень хорошо. У нас с вами как раз есть души, поэтому мы сделаем вот что сейчас. Пробежим сюда. Минус. Немножко собираем душ. На бомбочке. И попытаемся убить того рыцаря, о котором я вам говорил. Хм, он не хочет скрываться. Ух ты ж, не-не-не, челик. Хотя, да что вы делаете? Так, ладно, я лучше выбег, на всякий случай. Переключусь на тебя. Давай, атакуй. Минус. Так, давай. Давай, бей меня. Ладно. Оп. Нам бы, если честно, выбить его щит. Потому что он нам вскоре очень поможет. Нам нужно будет качать сейчас с вами еще выносливость. Как можно больше. Так, купить. Что у тебя есть? Потому что вскоре мы будем носить с вами специальную броню. А для нее нужно побольше веса. Как раз... А, хотя мы с вами... Я знаю, что мы сейчас с вами сделаем. Так, ладно. Сначала купим бомбочек. Thank you kindly. И я надеюсь на... Так, еще стрел. Ладно, прикупим на остальное. Да-да-да, купить. Так, стрелы. Нет-нет, мне нужны деревянные стрелы. Thank you kindly. Не за что. Так, эксус я не буду, конечно, пополнять. Чем воин хорош, это то, что у него побольше будет хп, немножко побольше выносливости. Однако он медленнее бегает и... Так, больше нам это копье уже больше не пригодится. Пока что. Так. И... Стреляем в башкенцию. Хотя, зачем я это делаю? А ведь... Зачем? Ай, ладно. Что сделано, то сделано. Так, мы с вами сейчас быстро очень побежим сюда. Раз. Два. Носятся такие сильные атаки, рыцарь даже не согнется. Опа. Хотя, знаете, можно все-таки попытаться убить рыцаря. Но это будет, с одной стороны, очень сложно. Потому что у меня есть специальная тактика, и она долгая. Либо мы сначала можем сходить за одной вещью.
Ладно, давайте его пытаемся грохнуть. Так, нам ладно, это тоже бежит. Ладно, пытаемся убить рыцаря. Бэкстепчик. А хотя, знаете что? Я тогда играл без этого меча. Поэтому мы можем с вами чё и запросто его убить. С помощью... Да беги ты быстрее, не прыгай. Нет, 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 нет. Сбирайся, сбирайся, сбирайся быстрее. Сбирайся. Фух. И так его просто закидывал бомбочками. Сейчас он сходит туда, сюда. Мы с вами пока убьем вот этих. Скорее всего, еще вернемся с вами к огоньку. Отдохнуть. Хотя можно без огонька. Это чисто если мы хотим с вами души сэкономить. Знаете, даже не знаю. Уходи быстрее. Хотя ладно, если мы уже начали, тогда сразу убьем рыцаря и пойдем к одному мини-боссику. К Хавилу. У которого есть... Идеальное колечко для нас. Которое переносимый вес увеличивает в 50%. Но однако, так как у нас очень херовый щит, я не знаю, смогу ли я против него простоять. Мы сейчас еще раз вот забэкстепим, будет идеально. 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 Мы получили обломок титанита и хорошее количество душ. Так, кольцо с синим камнем. Усиливать защиту, когда мало здоровья. Редкий самоцвет, называемый слизним камнем, реагирует на приближение смерти. Этот слезный камень из Кантарина усиливает защиту владельца, когда тот в опасности. Я объясню быстро свойства вот этого вот колечка. Когда нам делают смертельный удар, ну именно приличный, не от босса каких-то, обычный вот, то мы с вами будем получать специальный баф, который дает нам защиту 20%. Но поверьте, это дерьмо. Потому что в нашем случае будет, у нас хп будет всего лишь где-то... Вот если смотреть по нашей сейчас шкале... Вот одна палочка. Одна-две палочки. И все. Так, ладно. Мы сделаем сейчас вот что с вами... Получим второе идеальное колечко. И все. Мы идем дальше проходить. Игрушку. Ой, точно. Это сейчас я еще открою специальную дверьку. Если честно, мы сюда могли только попасть, когда убили бы бабочку. А бабочка это типа босса. Хавил, я вам скажу, противник не из приятных. Но он, по сути, легкий. Однако...
У него очень большая защита, и вот, вот в нем очень большой минус. Опа. Если он нас пришибет этой хренью, то... То вот. На, херово получилось. Ну ладно, нам главное это не страшно. Сейчас мы воспользуемся лестничкой, которую мы опустили. Все сделаем по-быстрому. Сократим время, короче, чтобы не пускать лишнее. Да, вот плохо, что мой перс решил не в бок катануться, а под его дубиночку, ладно. Также есть тактика против этого дракона, она слишком легкая. Только не говори, что... Ладно. Ладно, 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 все. Да какого... Я думал, он не нападет. Ладно, тогда будем делать все по старинке. Да какого ты черта бежишь ко мне? Давай. Тихо-тихо-тихо. Щит, щит. А, меч. Щит его был бы идеальный для нас. Прыгун херово. Сейчас будет только трата времени. Если меня снова сейчас прижмут к этому моменту, то... Ребят, мне придется, короче, снова включать все до того момента, как я туда не дойду. И снова пытаться. Наверное, это будет правильно, чем постоянно так бегать. Что? Ребят, вы все-таки можете лазить. Серьезно? Я даже не рассчитывал на это. Ха. Смешно. Раньше они не нападали. А тут посмотрите-ка на них. Так, удар. Блок. Так, сразу бежим вниз, 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 вниз. В этот раз будем держаться от него как можно подальше. Да и все. Полню сразу хп, потому что это может спасти нам жизнь. Ну, как вы увидели, колечко не очень помогло. А
Ребят, ну вы, короче, поняли, да? Что я сейчас буду делать? Мне, короче, запущу запись, когда я дойду до туда. Вы, как поняли, я уже дошел. Сейчас восстановлю хпшку. И снова попытаемся его убить. Давайте на раз. На этот раз его подождем вот здесь. Спрыгнем. Окей. Как ты нас зацепил? Так, душу забрать. Какого черта? Я не понимаю. Я держусь от него как максимум можно. Но он все равно меня достает. Ладно. Ну, короче, хилюсь. И мы снова отправляемся. Ой, боже мой. Сколько мне же его еще пытаться убить? Нет. Челик, нет. Ладно, я придумал эту идейку. Let's go, короче. Только за мной рыцари решили спуститься. Давай. Ой, боже мой. Хавило. Ладно, все-таки мне нужно его зацепить будет вот так. Раз. Я стратежку придумал. Буду держаться на максимальном расстоянии. На спринте подбегать и бэкстепать. Сразу. Давай. Ай-яй-яй, отойди от меня. Раз, два, три. Запоминайте, третий удар был. Ох, как... Он меня зажал. Зараза ж ты такая. Опа! 4. Ах ты как. 5. Есть! 6 бэкстепов с меча, который наносит 200 урона. Но зато мы получили то, что мы хотели. Кольцо Хавила. Колечко. Открыть. Озеро темных корней. Видите тот водопадик? Это опасный водопадик. Потому что там есть один из боссов, которого зовут Гидра. Ой, что у меня по статистике? 76, но как вы видите, это очень хорошо. Сейчас посмотрим перекатики мои, какие они у меня сейчас. Ну, вы видите, намного быстрее перекачусь. Осталось мне качать выносливость. Хотя бы до сотки, я не знаю. Ну ладно, до 97. Так. С
Сейчас дело в том, что нам нужно будет очень быстро бежать в одно место. А именно сюда, если не ошибаюсь, потому что здесь очень темно. Да, сюда, походу. Я поднимусь наверх. Мы сокращаем время максимум. Максимум игры. То есть я объясню это все как. Главное, чтобы на меня сейчас, если я уверен... Да-да, все нормально, все. Титанит. Мерцающий титанитик. Все, хо-хо, хорошо. Все хорошо. Потом мы будем еще очень много раздыхать, чтобы попасть в одно место. Хотя, если использовать одну маленькую тактику, мы можем даже не умирать, а умереть всего лишь один раз. Травянистые заразы. Очень неприятные противники. Ну, для меня сейчас. Ох. Главное, я надеюсь, я не умру. Если я умираю здесь, ГГ, минус 7 кай душ. Вот наша вражина, которая должен сейчас буду как бешеный убегать. И да, все, мы сделали это, мы сделали это. Мы сократили очень много времени игры. Выжигаем. Отдохнуть у костерчика. Все, мы сохранились. Это очень хорошо. Новый уровень. Так, мы с вами давайте выносливость поднимать. Нам выносливость очень надо. В конце концов, мы еще вернемся к тому костерчику. Я скорее буду в офлайне собирать души. В конце концов, я включу видосик. И прокачку покажу. Так, ну пока что очень хорошо, если честно. Нам нужно будет еще потом... Вот, после выносливости силу прокачать. Должен быть здесь недавно. Я Андре из Асторы. Если тебе нужен кузнец, обращайся ко мне. Его можем усилять, все такое. Вот, допустим, усилить оружие, да? Вот мы можем за осколка титанита, который вот мы собрали. А вот этот меч только за душу дракона. Ну, не душа, а чешуя дракона. И стоит 10 тысяч. Это много. Так. Короткий лук. Ладно. Купить предметы. Из предметов, которые можно у него купить, нам нужно символ. Этот символ Артариаса. Для того, чтобы открыть специальную дверь, где будут, ну, сильные фантомы. Также нам нужно будет еще приобрести вот эти две штучки. Но я думаю, с этими у нас проблем не будет. Благодаря душам, которые мы будем собирать от дракона. 20 кусков, это будет проблематично, но поэтому я и собираю эти осколочки. Береги себя. Хотя, подожди. Что, снова здравствуй? Похоже, что все еще в порядке. Тебе нужно что-нибудь выковать. Выучить жест. Ура. Окей, ура.
поговорим. Большинство оружия и брони очень прочные. Но у любого металла есть слабое место. Если увидишь, что прочность снижается, время чинить. Можно попросить кузнеца вроде меня или использовать точильный камень. Зато я люблю оружие, но иногда они представляют, передают себе что-то. Так что стоит относиться к нему очень бережно. Ну что ж, увидимся. Береги себя. Так, а здесь я вам... Сейчас одну вещичку покажу, которая... Мы стили, конечно, но еще мини-боссика. Даже можно сказать не мини-боссика, а рейдового. Вот туда нам вообще смысла нету, по идее, идти. Наверное, пока не ударится два колокола. Мы даже еще ни одного с вами не активировали. Так, здесь, в принципе, все безопасно для нас. Пока мы не зайдем вот это вот здание. И нам придется все равно подниматься туда на самый верх. Потому что вот там вот находится первый колокол. А второй я без понятия где. Вот заметьте, благодаря отмычке мы попали в это место. Мы открыли Хавилу, не убивав бабочку. А чтобы убить бабочку, вот то, куда мы открыли проход, да, вот в тот лес. Если очень пробежать сквозь каменных рыцарей, наше дело сейчас это очень быстро пробежать вперед. Все, мы с вами активировали лифт. Это очень хорошо, поверьте. Мы сокращаем себе прохождение. Ой-ой, нужно было в это время выпрыгнуть. Ну, короче, я потом в следующей когда-то серии выпрыгну, и мы вернемся в самое начало игры. Так как у меня есть DLC, в этой версии нам понадобится одна вещь, которая там есть. Она нам обязательно нужна перед тем, как мы будем убивать что здесь еще возьмем. Гидру. Так, новый уровень. Ага, у нас даже душ не хватает. Хорошо, начни снаряжение. Давайте все это починим. Щит, конечно, нужен. А, точно, щит. Благодаря тому, что мы открыли с вами, мы сможем получить этот с вами очень замечательный щит. Очень хороший. Ну, это я так считаю. Он называется травяной. Он нам будет намного быстрее выносливость восстанавливать. Или он не восстанавливает ее. Или он уменьшает затраты. Ну ладно, посмотрим. Ну для начала, скорее всего, давайте попытаемся убить вот этого вот. Тоже, можно сказать, рядового босса. Даже не рядового, а мини-босса. Меня увидел. Осколок титанита. Нет, это даже не мини-босс, оказывается. Ладно. Так, забрать. Душехранительница огня. Ой, вот этот вот мах, он очень неприятный, поверьте. Знаете что, давайте попытаемся его убить, я думаю. Что ты делаешь? Он плохо делает.
И это противник, я скажу вам, ну, не из лучших, потому что он накладывает одну хель, плохую для меня, и на своих, потом нам лучше его убить. Так, мы получим косарик. Вон, видите ту нежить, которая сейчас наверху? Вот за ней... Она, короче, накладывает на них бафик. А вы что на меня смотрите, уродцы? Я еще знаю несколько типов, как пройти еще несколько, чтобы сократить дорожку. Но сейчас мы с вами... Или нет? Ладно, давайте, короче, сейчас справимся. Улучшим еще на один раз флягу. Это место вам говорил, если успеть. Так, вот нам нужно туда добраться, душу забрать, ну и все в принципе. Так, на сегодня можно будет в принципе заканчивать. И да, мы не допрыгнули, поэтому мы сейчас доберемся. Этот меч даже не очень сильно дамажит скелетов этих. У них жесткое, просто кровотечение жесткое. Где-то ударов двух-трех у меня сразу будет кровотечение, а их не кровотечение, ну, оно не из самых лучших. Так. Опа. И давайте тогда сначала улучшим флягу. Так, фляжечка. Усилить флягу, да, усилить. Фляга второго уровня. Все. Замечательно. Фу-фу-фу-фу-фу. Так, сохраняемся. Вот как вы видите, мы... Вот сама выносливость, да? Мы когда ее улучшаем, типа у нас загруженность, то есть один прибавляется. Благодаря этому колечку плюс еще 5. И сопротивление кровотечения, это очень хорошо. Так. Здоровье вообще качать не буду. Можно об этом даже забыть. Максимум, что я буду качать, это выносливость. До 90 с чем-то. Давайте до 100, хорошо. Пускай будет. Или даже не до 100, я не знаю. А, разберемся. В дальнейшем по игре в основном нужно качать лучше силу и ловкость и сопротивление, может там на парочку. Ой, у нас есть ячейка магии. Знаете, если есть ячейка, просто когда я играл за воина, у него не было ячейки. То есть странник — это персонаж, который во всем хорош. То есть он может быть и в магию, там, я не знаю, и воином, разбойником. Это очень хорошо. Скорее, когда я пройду Dark Souls первый, я начну проходить второй, если мой ноут потянет его. Просто у меня есть компьютер, однако он сгорел прошлым летом. А починить мне впадло. Так, ладно. Усилить, принять, все хорошо. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, кому понравилось, ну, кому нет, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока!